Фура стояла, видимо, в жопу догнали грузовичок. Деньги с пивом вез, не довез. Тюмень без пива остается на пятницу. Сегодня на 246-м километре Тюменского тракта около Тугулыма и 4 часов утра, то есть в кромешной тьме, фургон Hyundai напоролся на более массивную стоячую фуру Renault, и в результате замеса в Hyundai погибли два человека. 31-летний пилот и его пока не идентифицированный пассажир. Фабула стычки в темноте проста. Ночью по Тюменскому тракту от Екатеринбурга в сторону Тюмени катилась фура Renault, груженная 20 тоннами труб разного диаметра. Такая же фура Renault, груженная 20 тоннами какао-порошка, за несколько часов до того устроила лобовой таран фуры МАН на Московском тракте под Ачитом, где погиб мановод, о чем мы рассказывали в отдельном репортаже. Под Тугулымом с фурой Renault тоже случилась неприятность. По словам 51-летнего реновода, в его груженой реновации возникла некая поломка, и он дальше ехать не смог. Он максимально вжался вправо в притирку к отбойнику и тормознулся. По его версии, включил аварийку и выставил знак аварийной остановки, то есть все сделал, как предписано правилами, позвонил в свою контору, заказал запчасть для ремонта и сел в кабину в ожидании нужной детали. А в это же самое время, в ту же сторону, в Тюмень, катился фургончик Hyundai, груженный пивными кегами и пустыми пластиковыми бутылками. Ну, то есть, очевидно, вез аксессуары в пивной магазин. За рулем Hyundai сидел 31-летний пилот со стажем вождения 6 лет и 5 нарушениями ПДД за плечами. Фургончик катился по тому же правому ряду, в котором в темноте притаилась фура с трубами. Почему довольно-таки опытный рулевой Hyundai не заметил знака и мигающих в темноте аварийных фонарей, теперь уже не узнать. Но факт, что фургон налетел на корму фуры, его кабина сплющилась, убив двух человек, а левый борт при ударе прорвался, и тяжеленькие пивные кеги повылетали на Тюменский тракт. Пилот стоячей фуры здоровьем, естественно, не пострадал, ибо сидел в кабине и даже не подпрыгнул при ударе. А погибших водителя и пассажира Hyundai выковыривали из заплющенной кабины тугулымские спасатели. Около 4 часов утра на 246-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло два человека. Водитель грузовой автомашины Hyundai при движении в направлении города Тюмени допустил наезд на стоящее транспортное средство Renault. В результате столкновения водитель и пассажир автомашины Hyundai от полученных травм скончались на месте ДТП. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.